Реставрация барнаульского сереброплавильного завода откладывается на неопределенный срок, считают местные архитекторы. Причина – отклонение проекта охранных зон исторического памятника Министерством культуры России. Ведомство вернуло проект автору на доработку. По словам барнаульского архитектора Александра Деринга, комиссия Министерства культуры страны рекомендовала снизить предельную высоту застройки территории, а также определить, куда следует перенести линию ЛЭП. Теперь автору проекта, архитектору Екатерине Шаповаленко, предстоит внести в документ поправки и вновь отправить его на утверждение. Между тем, очередная задержка, считают специалисты, может пагубно сказаться на состоянии уникального памятника. Ведь без окончательного проекта охранных зон нельзя начинать полноценную реставрацию спички. Еще одна, получается, зима. Это здание находится, замерзает, отмерзает, то есть циклы размораживания. Все это, в общем, конечно, неблагоприятно сказывается на кирпичной кладке, на всем, потому что это не защищено всем ветрам. По словам Деринга, оптимальным выходом могут стать срочные работы по консервации объекта, которые позволят сохранить памятник в том состоянии, в котором он находится сейчас.